Если вас не покидает чувство одиночества, то и не избежать чувства уныния. Когда личная жизнь не складывается, то необходимо избавиться от личных смятений. Прибегая к помощи через молитвы, нужно помнить, что молиться следует с глубокой верой и очень искренне. При этом рекомендуют поститься и иметь чистые помыслы. Чтобы снять одиночество, для этого можно прибегнуть к помощи следующих святых. Николай Чудотворец, Святая Матрона Московская, Ксения Петербургская. Молитва Николаю Чудотворцу от одиночества. Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, Отче Николая. Миру всему источая многоценные милости мира и неисчерпаемые чудес моря, крепости духовные уставляешь, и я восхваляю тебя, любовцу, при блажении святителю Николая. Ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободе, да залути. Радуйся, Николая, великий чудотворче. Радуйся, Николая, великий чудотворче. Радуйся, Николая, великий чудотворче. Если же на вас лежит порча на одиночество, то сможет помочь вам в этом случае молитвенное обращение к матушке Матроне. Блаженная старица Матрона Московская, с одинокими помыслами обращаюсь к тебе. Очисти меня от греховной сажи и помоги добраться до праведных дней. Скрась мое одиночество православной верой и светлым чувством, гнездящимся в душе. Избавь меня от бесовской немощи и ниспошли любовь до конца моих дней. Да будет воля Твоя. Аминь. Чудодейственное обращение к святому лику Ксении Петербургской. Нищету Христову испытавши, бессмертные трапезы возлюбивши, безумием мнимым мирное безумие обличивши, смирением силе Божьей поклонившись, восстала, воскресла, изжила себя блаженная Ксения. К тебе, помощница, я обращаюсь. К тебе, заступница, я вопрошаю. К тебе я за помощью пришла. Одиночество мне в мире этом опостылило. О счастье семейном мечтаю я больше всего. О любимом человеке, о тепле человеческом. Об очаге домашнем, о любви взаимной. Помоги мне встретить мужчину подходящего, с которым я бы разделила и горести, и радости, и печали, и утраты, с которым мне бы хорошо вместе было не только в счастье, но и несчастье мы вместе прошли. От всего сердца чистого, с намерениями искренними к тебе, святая Ксения, я обращаюсь. Тебе слова мои направляю, тебе дары подношу. Осуществи желание мое, заветную мечту исполнимую. Сделай, чтобы у меня в жизни все наладилось. Одиночество ушло, счастье и любовь ему на замену пришли. Аминь.